Доброго дня всем моим друзьям. Сегодня 6 июля, четверг. С 9 часов шел дождь. Ну и небо такое хмурое. Временами тоже накрапывает в новом поле, 30 километров от Минска. Надо на СТО съездить, обслужить. Расходники поменять. А именно вертикальные стабилизаторы. Как говорится, косточки на Ксаре. Ну, вот такое небо здесь у нас под Минском. Прямо и направо нам